Всем привет. Меня спрашивали про в прошлом видео про круги под крыльями. Вот решил заснять. Сейчас я поймал специально. Вот. Двое серых, двое белых. Это старая уже птичка. Ну, как взрослая. То есть я и так знаю, кто тут самка, кто самец. Но по крыльям сейчас покажу. Самца сначала покажу. Ну, это видно, что самец, а, блин. Вот он. Рожа желтая, у него все положено. И вот крыло. Да, блин, задавно. Крыло чисто. Внутри. Вот. Да, блин, иди сюда. Вот самка. Вот крыло. Блин. Там дура. Вон. Вот. Круги. Круги на полях. То же самое с белым. Насчет рябых це сказать не могу, потому что фиг его знает, там у рябых. Вот, вот это самка. Блин, сейчас она плохо видно, желтый круг. Ну, вроде бы чуть-чуть видно. Та задрала. О, та сиди ты, блин. Вон, желтый. А вот самец. Так, оно с такой стороны. Вот, у него чистое перо, без кругов, без пятен. Вот вони круги на крыльях. Или пятна, як хочете так їх і називати. Шеи даю, морковка, яйца, буряк, этим тру, неразлучником просто на ветке цепляю и все. Ну, спрашивал я, ответил на ваш вопрос. Этих, думаю, ловить не буду. Да вот черти. Надеюсь, в этом году сядет. Яйца. Ну и вот так морку едят. Эти неразлучники. У нас уже морозы прошли. Слава Богу. Сейчас градусов 8, наверное, тепло. Три дня назад было минус 21. Сейчас 8. Попельче. А вот. Удивительно, но все даже не несут. Обычно они в такое время уже на пол начинают нестись. В этом году пока не хочет. Ну, все, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал.
Ну это, кстати, вот эти два придурка так делают. Блин, через сетку плохо. Сейчас зайду, перестану. Фокус, алло. Сейчас только закрою, начнут хрюкать. Кстати, ночью у меня горит вот такой, этот, как его, ночник. Свет тушится, а ночник по-любому все равно я оставляю. Ну все, всем пока.